ордер на однокомнатную квартиру, вручается старейшему жителю деревни Белые Росы, ветерану трех войн, ветерану труда, Ходосу Федору Филимоновичу. Чего сидишь, как пень? Ступай, бери, пока даю. Поздравляю вас, дорогой Федор Филимонович. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Скажите что-нибудь. Что? Скажите что-нибудь о себе. Ну, чего сказать-то? Родился я в 1900... Знаем, когда родился. Ты вещь такой. А ты там не вякай. Говорю, что говорю. Родился я, значит, тут. Женился тоже тут. Ну, работал. Войну, значит, одну с Буденным Семеном Михайловичем. Вторую в Карелии. А третью в партизанах. Тоже тут. Ну вот, а теперь дали ордер на новую квартиру. Помирать буду, значит, с удобствами. Спасибо. Спасибо вам большое, дедушка. Ордер на трехкомнатную квартиру вручается... Да, Федос. Вот ведь, не можешь ты красиво говорить-то. Зато думаю красиво. Все думают.